Твой профиль ВКонтакте обновился. Здесь можно выразить себя в контенте, в обложке от нейросети. Обнови профиль и выражай себя ВКонтакте. Место встречи. Спросишь, как дела, ну хуй знает, но мы богатые. Йоу! What's up, ребят, с вами Джон Калавер, и сегодня мы заценим лучшие тречки 2023 года, а точнее не лучшие тречки 2023 года, а те тречки, которые в недавнем времени вышли и которые я сейчас слушаю. Это может быть тречки, которые вышли давно, но просто я как-то рандомно на них наткнулся и сейчас их заслушаю до дыр, чуваки. Поэтому да, давайте сразу же чекать. Первое, что хочу обсудить, ребятки, это, естественно, альбом Йита. История у меня с Йитом такая, что я не особо факался с его музлом. Да, мне нравилось, что у него есть свой вайбик, но как-то я держался от него в стороне. И тут, ребятки, я решил послушать Afterlife, и мне очень залетело, чуваки. I'm back, yeah. Run with my demons, they my deadly friends. Мясо, мясо. In this building. Вайбик лютый, пиздец, чуваки. Очень нравится первый тречочек, No More Talk. Let's go. Come on, man. Тут много тречков пиздатых, ну вот, например, один из моих самых любимых, Better Off. И опять сразу вайбик мы почувствовали, окей? Когда ты живешь вот так, как живет Йит, эта жизнь слишком веселая, окей? Бля, чуваки, вот отвечаю, пиздец, стрички у Йита очень сильные тревелизики. Чекайте этот флоу, чуваки, просто чекайте. Охуенный релиз. У Йита у него также есть трючок шикарный. Например, How It Go. Трючок Split. Йо, чуваки, короче, идите слушайте релизик Йита, потому что он очень хорош. Все элегантно, все у меня дизайнер, чуваки. Йит Afterlife. Я пересмотрел свою позицию по отношению к Йиту. Реально крутой релиз. Можно прям все слушать. Очень жесткий вайб. Йоу, ребят, каждое видео, каждый выпуск всегда сопровождается с вопросом, как я слушаю западную музыку, как я слушаю музыку на Spotify и как я его подключаю. Так вот, спонсором сегодняшнего видео стал сервис Зеленый Звук. Сотни моих подписчиков уже используют Spotify Premium без VPN через проверенный сервис Зеленый Звук. Все западные новиночки наконец-таки будут доступны у вас без каких-либо ограничений в Spotify. Wow. Шикарно будете слушать новую музыку, которая выходит, окей? Я считаю Spotify вообще лучшим сервисом по прослушиванию музыки. Там есть супер крутые рекомендации, подборочки, плейлисты. Там также есть мой плейлист, ребятки. Служба поддержки у Зеленого Звука всегда на связи. Они помогут вам в любых вопросах. Зеленый Звук — это единственный неанонимный подобный сервис у нас на рынке с самыми выгодными ценами. При покупке подписки на год месячная стоимость составит всего 165 рублей. Так что, ребят, Зеленый Звук, ссылочка в описании. Идите, подключайте Spotify Premium, слушайте все западные новиночки, шикарные плейлистики, подборочки, мой плейлистик и так далее. Окей. Дальше я хочу вас познакомить с Big Boy'ем. Notorious B.I.G. вайбы у меня. Вы сейчас поймете почему. Big X The Plug. Зовут чела. Чел из Техаса. И он прям репрезентит свой штат. Давайте чекнем клип на его тречок Texas. Очень чел раскачивает. И послушайте вначале, вы сразу поймете, как он репрезентит свой штат. Тесно. Чувствуете вот этот кантри вайб такой? Эй, bitch, I'm from Texas, where we sit riding swangers and put diamonds in our necklace. Put a drink inside my lemonade, think it look like a Pepsi. If you ain't from my state, then you should know don't fuck with Texas. Hey, my mama from the A, she slowed it down for me at 7. Damn, boy. Вот так выглядит Big X The Plug, который сейчас набирает сильно обороты. У него есть отличные прямо парочка клипецких, которые набирают очень жирно. Не знаю, у типа тоже вот последний релиз дропнулся, я его заслушал, чуваки. Знаю его персону, слушать эти трючки, ну типа прямо есть настрой, знаете.
Гана и Винсери. Я знал, что значит Pushin' P до того, как об этом сказал Гана даже. Hey, she zero taught me keep my weapon. And never trust a nigga or a bitch, cause it's expensive. Никогда не доверяй пацану либо тёлке. First off. Покажи эти денежки. Девочки на лимонаде мало зарабатывают. Возможно, они хотят заработать как-то по-другому, окей? Big X the plug. Отличный тип. Сейчас я вам еще чекну его тречочек, например, Badu Flow. Чекайте, как дропается этот бит. Вы понимаете сразу, как дела, йо. Йо. Ay. Ay. See, I really been out on the mission to keep all this paper we haven't still come in and flip. Started out robbing Batman with the gidgets when that shit didn't work. Talk to pops about the chick. Pizda, очень круто. Bitch, nigga, a fuck nigga play, he getting found in the river. I've been pouring up drink, no, it's hurting my liver. Я знаю, что этот дринк, который я наливаю, вредит моей печени. Не знаю, что там пьет Big X the plug, да? Но вот такой вот типок есть тоже, послушайте его трючки, присмотритесь, очень интересный типок. Нравится, когда типы через музыку меня заряжают, блядь. Он меня заряжает. Pause. Дальше идем, братцы. И вы должны понимать, ребят, что я сокращаю очень сильно трючки, не потому что я не хочу, чтобы их слушали. Пожалуйста, идите слушайте их на Spotify. У меня просто нет возможности, видосы блокируют на YouTube, если я выкладываю что-то, что нарушает авторские права американцев. Вот такая хуйня. Если вы хотите посмотреть мою реакцию и обзор на Запад, я есть на Твиче, а также я дропаю видосики в Бусти, чуваки. Ссылочка также находится в описании, окей? Дальше, конечно же, Key Glock, братцы. Не сказал бы, что релиз какой-то выдающийся, но я рад, что он дал нам большую такую стопку трючков, которые тоже можно слышать на фоне. Зарядик мы получаем. Клипецкий на трючок Dirt тоже есть. Давайте немножечко тоже вчекнем это дерьмо. Долф меня научил первое правило. Иди зарабатывать деньги, окей? You gotta get off your ways and get up on your shit. Ты должен встать нахуй со своей жопы и начать зарабатывать деньги. Key Glock тебе говорит. Да смотри это видео сначала, обязательно. А потом можно идти все-таки зарабатывать эти купюры, ребятки, окей? Glockoma 2, да, у него вышел релизик. Например, трючок Рэнди Ортон мне понравился. Кто знает, кто такой Рэнди Ортон, можете ставить лайк. Вы молодцы, у вас свега присутствует, чуваки, окей? Кэрри, Ну и конечно же здесь есть очень вирусовый трючок From Nothing. Я все тот же пацан, который пришел из ничего, из грязи в князи. Key Glock определенно денежки есть, но он говорит, деньги нихуя не значит, он в этой игре типа за другим. Индустрия фейк, нахуй эти деньги, если мне придется через себя переступить, я не переступлю, окей? И кстати да, релизик он дропнул без фитов. Последний трек называется Fuck a Feature, нахуй фит. Вот так вот, Glockoma 2, Key Glock выразился, сказал свое слово, чуваки. Обязательно слушайте тоже его релизик. Дальше, что вам хочу сказать. Трючок Polo G Future. Шикарный трючок. Меня очень от него вайбит, чуваки. Мотивация не... Строчка пиздец. Один выстрел, и он труп. Называй этого типа One Hit Wonder. А One Hit Wonder это типа... Есть такое выражение на русском? Ну, короче, когда типа чел выстреливает с каким-то одним трючком, и его все помнят исключительно за этот трек, и больше он на стол ничего солидного не, типа, не положил за свою карьеру, поняли? Типа как вот Lil Nas X, знаете, у вас всегда он ассоциируется либо с тем, как он, блядь, танцует на дьяволе, либо с клипом ковбойным, да? Бля, я даже забыл, как трек уже звучит. Короче, вы поняли, да? И тут
прикольная игра слов. One hit wonder — это типа один выстрел, как бы. Выстрел, я сказал. Один выстрел. Чел вот выстрелил один раз, все, и закончился. При этом Пол Джи говорит: в чела выстрелил один раз, называя его one hit wonder. Короче, поняли, да? Очень хорошая строчка. Ну и фиточек тут с фьючером, братцы. Свэг, свэг, посмотрите на его свэг. Come on, man. Сучка такая хорошая, что она не фотошопит даже фоточки, где она голая, типа, в купальнике. Поняли, да? Polo G, No Time Wasted с фьючером, шикарный дуэтик, шикарный тречочек, мотивация. Посмотрите переводик этого тречка, если хотите. Опять же, клипецкий можете посмотреть только с VPN, братцы. Ну, либо, может быть, кто-то слил ВК, я не знаю. Дальше, еще один клипецкий. Лил Сказик дропнул тречок. Давно мне не нравились тречки так сильно, типа от Лил Сказика, как вот этот. Он особо и не дропал. Короче, вот, make it toast, тречок хорош. Окей, 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 Лил Сказ, давай, come back. Вот эта строчка. If I pour up in my cup, now that it's a four. Очень клёвый флоу, мне нравится. He riding, but he tellin' on the low. If I can't trust you, you can hang, you gotta go. Если я не могу тебе доверять, ты должен уйти. Can't have snakes around me, should be fucking up my mouth. Никаких змей вокруг меня. Get crazy, show me what you about. Йоу, братцы, вот эти вот кадры. Можете пересмотреть мой влог, когда Lil Skies приезжал в Москву. Это было незабываемо, он выкладывается на все 150 миллионов процентов нахуй на своих выступлениях. Охуенный тречочек от Lil Skies, очень хочу ему просмотры поднять. Идите посмотрите этот клипецкий, знаете, идите посмотрите этого разбойника. Но. Дальше, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что дропнулся тречочек у Алблака со скриптонитом, дэм. Но очень сильно для Алблака, пацаны. Помню, когда он мне сказал, что сейчас со скрипом будет тречочек, я охуел. Так вот, Алблак набирает обороты, я за него рад. Фит со скрипом. Это много, это многое стоит, чувак. Не денежное, просто респект. И флоу у Алблака здесь охуенный. Скрип и скрип тоже хорош. Но кореш курит газ, но почему-то тормозит. Вот это вся хуйня. Отправляем маме деньги, да спасибо небесам. Помню, даже в детстве делал бабки за компьютером. Знаю, что люди с репутацией будут обуты. Миллион будет разут, датики сыт, поступки будут светлы. Машины быстро. Отличная энергия. Очень прикалывает мне здесь флоу. Я не знаю, я такого не слышал никогда. Даже на Западе, на самом деле. Вот именно такого флоу. Ну и скрип и скрип, конечно, красавчик, что он в эту историю въехал. Поддерживает типов, которые ему по душе. Это охуенно. Скриптонит сказал свое слово. Большой парт у него на этом тречке. И у скрипа, кстати, тоже скоро дропается релизик. Будет интересно посмотреть, что там как. Lil Crystal, я буду ремиксик. Очень понравился мне парт область здесь, чуваки. Буду идти, хоть мой путь будет длинный, запутанный. Я не забуду их. Хоть для меня они все давно умерли. Знаю всех тех, кто играет на публику. Не могу слушать теперь эту музыку. На мне эта шкура, ты не сможешь примерить. Но они говорят, я должен одеть их. Очень пиздатый тречочек, Маркульчик залетел, вся хуйня. Молодцы пацаны, лондонские мафиози. Я рад за них, стильные ублюдки, удачи им. Я буду ремиксик, пацаны, вот такой замечательный. Дальше скажу вам еще про один тречочек на русском языке, так уж и быть. Аника и Lil Crystal, мне очень сильно понравился трек. Невероятно красивый тречок. Очень клево они смотрятся вдвоем. У Аники тоже парт идеальный. Lil Crystal B-витамин спустил на девочек. Вся хуйня. Вот это место очень секси. Как этот, бля. Когда я первый раз услышал, как дропается этот тречок, пацаны, я сделал то же самое, что сделал сейчас. Подруг всегда обнимаю, подруг меня обожают. Обними этих подруг, мужичок. На моем лице сейчас пятна, это после тебе блядин. Я улучшил им здоровье, дал им свой Б-витамин.
Окей. Я бы хотел еще послушать от них двоих когда-нибудь тречки, потому что смотрятся они... Знаете, вот как вот Lil Crystal дропнул слой? Вообще, на Drill Beat девочка, если хорошо смотрится, это очень клевое дополнение к артисту. А тут, в свою очередь, Lil Crystal, естественно, дополняет, потому что он на фите, да? Вся эта история немая, как кино. Давай я спорвать, я порвался с тебя. Шикарный тречочек от них, чуваки. Надо им клип делать на это, нахуй. Надо им делать клип на этот тречочек, знаете. Young Nudy и 21 Savage дропнули. У релиза Young Nudy был. Бля, вот если я услышал бы этот бит, я бы тоже бы захотел сразу на него залететь. Come on, man. What you doing, son? Бля, короче, не могу включать этот речок надолго. Young Nudy тоже с 21 Savage. Сейчас немножко поболтаю, включу парт 21 Savage. Охуенный тоже тречочек у Young Nudy выдался, тоже неплохой релизик. She sexy, she cool. She from East Atlanta, so she like to get loose. But if you wanna come, give my brother some. Come ride me like your Rover. Come ride me like your Rover. All these VVS's, it get cold in Minnesota. Peaches and eggplants, тоже идите чекните это дерьмо. Дальше, братцы, признавайтесь, кто из вас Манч. Твой друг Манч, возможно, ты Манч. Кто-то из нас точно Манчи в этом чатике. Pink Panthers и Ice Spice выпустили тречочек Boys a Liar Part 2. И они очень клево выглядят друг с другом, сочетаются шикарно. Чекайте это дерьмо. Take a look inside your heart, is there any room for me? Yeah. Pull my hair, where's any outfit? Чуваки, опять же, не могу я включить полностью этот тречок. I'm so sorry, brothers. Но звучат они охуенно вообще, обе. Очень клево звучат. The Boys a Liar, the Boys a Liar. Ну и Ice Spice сейчас залетит тоже охуенно, вы кайфанете, пацаны, чекайте. Бриновахит! Мне нравится, как она говорит вот эту всю историю, да, такая, типа, как кошечки, вот. Ники Минаж тоже делал вот эту всю Короче, Ice Spice сейчас мне на западе симпатична, как артистик. Делает хорошую музычку, у нее тоже недавно дропнулся релизик, обязательно тоже слушайте эту девочку. Ice Spice, Boys of Lies, Pink Panther, охуенный дуэтик у них получился, братцы. Дальше быстренький тречочек вот такой есть. 16 Choppa, Skilly Bank и Nardo Vic. Вайбик, вайбик, чекайте вайбик. Вот, я не знаю, что это за артист, блядь. Валям у него по прослушиванию, чуваки. Мне очень нравится здесь парт Nardo Vic, как он переходит в него. 3, 4, 5, 6, большая собака, как Клиффорд, чуваки. Вы вообще знаете, кто такой Клиффорд? Damn. Пиздатый тречочек, тоже идите зачекайте его. Также недавно завис я опять на релизике Drake Abuse. Не знаю, просто пошел в душ, думаю, что включить, блять. Воткнул Drake Views и потом слушал неделю этот релиз. Шикарный релизик, чуваки, тоже не буду включать тречки, релиз просто легендарный, если вы не слушали 2016 года Drake Abuse, обязательно прослушаю. И последнее, что я хотел сказать, тоже старый тречок, я не ебу, когда он дропнулся, в 21 году, тречок называется Невада, и он просто супер клевый, пацаны. Кстати, это я могу, скорее всего, выложить, меня не забанят тречок, потому что 21 же года, окей? Niggas dying, falling stars through the night. And I've been thinking about you every night. If you happy, I know that I should be alright. Cause this tragic and I can't sing for the side. And I think I should leave, I just, should I leave it on high? Should I try or just, I can't lie, I just, I've been wrong for the crowd. Don't know who I want, you the one I want. Очень клевый тречок. Если вы сделаете переводик, вас тоже, типа, вас занесет в эту историю. NBA Youngboy говорит, если ты счастлива, то, типа, возможно, я должен уйти, не знаю, я хочу вроде бы еще один шанс. Извини, что делал из тебя дуру, типа, вся вот эта хуйня. Это очень-очень популярный тречок, чтобы вы понимали, здесь 100 миллионов прослушиваний, чуваки. Youngboy never broke again, тречок Nevada. Самое главное, не забывайте про западную музыку. Она нигде не выходит, блядь, кроме Spotify, именно поэтому сегодня была шикарная интеграция.
реально, не забывайте, слушайте Spotify, трючки новые, западные, потому что очень многое вы не замечаете, скорее всего, теперь. У меня все, братцы, на сегодня. Возможно, когда я это видео дропнул, вышли еще какие-то релизы, которые я теперь слушаю. Но вот на данный момент, на 6 марта, это то, что я сейчас, короче, прямо заслушиваю. Поняли? Спасибо всем большое за просмотр, ребятки. Если вы на этом канале впервые, пожалуйста, подписывайтесь, поставьте лайк, это мне очень помогает. С вами был Джон, however. Всем удачи в любых ваших начинаниях, ребятки. Я улетел. Бам!